На данный момент 222-й батальон, стрелковый батальон Луганской Народной Республики, который вышел с окружения в Краснолиманском районе, поселок Дробышево, находится в городе Счастье. Донецк вилаятының Дробышево кентінде мühasirədən ağır itkilərlə çıxan və Luqansk vilayətinin Şəstə şəhərinə gələn qondarma qurumun 222-ci batalyonun əskərləri diqqətdən kənar qaldıqlarından şikayətlənir. Bir neçə aydır maaş almayan, yeməksiz, susuz qalan, yatmağa yerləri olmayan əskərlər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməmək üçün silahlarını təhvil vermək niyyətində olduqlarını deyir. Qondarma qurumun əskərləri rəhbərlik tərəfindən hədələndiyini də bildirib. Со всего батальона осталось 193 человека. Все 193 человека стоят на трассе, на обочине, потому что высшее руководство далее в расположение части никого не пускает. Также было принято решение сдать оружие, как положено, под опись, чтобы нас не привлекли к уголовной ответственности и мы не были дезертирами, не нарушали законы. И нас не объявили террористами. Также здесь на данный момент все, что осталось от колонны с техникой. Техника была нажита своим трудом. Наше руководство не посчитало нужным, пока мы здесь, обеспечить нас водой, теплыми вещами, спальниками. Ну и всем остальным. Постоянно угрожают дисбатом, привлечением к уголовной ответственности. А это остатки нашего батальона, который вот сейчас стоит, слушает, как нас пытаются в очередной раз загнать на очередное направление. С февраля месяца ребята не видели ни жен, ни детей. Они не были в увольнении. Некоторые даже не получили денежное удовольствие, начиная с июля месяца. Мобилизован 19 числа. Незаконно, медкомиссию не проходили. Личных вещей не дали. Дали только автомат, 4 рожка и штык-нож. Все, больше ничего не получал. Не видит один глаз, документы подтверждающие. Это с института Филатова имеется. Никого ничего не интересует. Спасибо большое. Так вот, о нас заботятся. Пацаны, которые вышли с потерями, с боя. Вот так вот.